сижу в своего номера. Такая беседочка, верандочка. Кофе пью. Так, тут банановая роща у нас за окном. Сейчас бананы, бананы, бананы. Наверное, плохо видно. В кокосах. Идешь, что ты смотришь наверх. Не дай бог, упадет какой-нибудь кокос на голову. Вот так пройти, посмотреть территорию. Наша бунгало. Мое кресло-качалка. И там Ореша спит. Устал. Ореша мой. Завалился, храпит. Спишь, Ореш? Тишина. А. Я тебя тоже. Брешь. Не брешу. Брешу. Не брешу. Не брешу. А? Мама Зина. Угу. Мама Зина. Такой немалый. Туалет, душ. Душ один. Душ второй. На улице у нас еще можно мыться. Выходишь и мышцы. Че там причитаешь? Э? Ореша, ты что там причитаешь? Песню поешь? Ну, угу. А ты опять? Сегодня не пришла, а я так ждал, надеялся и верил. Ты понял, как этот вентилятор-то включать? Нет? Не, в голове еще понятно.